Привет, Самара Гис. Сейчас я вам прочитаю стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Дума». Печально я гляжу на наше поколенье. Его грядущее или пусто, или темно, меж тем под бременем познания и сомнения бездействий состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздних их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны. В начале поприща мы вянем без борьбы. Перед опасностью позорно малодушны. И перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и в час их красоты его падение час. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам их роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И гробу мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмой, вскоре позабытой, над миром мы пройдем без шума и следа, оставив после себя ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах нас со строгостью судьи и гражданина потомок осквернит презрительным стихом, насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом.